Еще один момент очень важный. Это то, что нас в последнее время сильно стало беспокоить, скажем так, внедрение в охоту, я говорю в охоту вообще, я речь особенно не неразрешенную охоту, большого количества новых технических средств. Я имею в виду тепловизоры, я имею в виду дроны. И если сегодня об этом не подумать и не поставить барьеры, в том числе через уголовный кодекс, то я думаю, что ситуация может стать непредсказуемой в России. Поэтому, собственно говоря, вот группа охотников, и не только охотников, но и тех людей, которые занимаются развитием общественного охотничьего движения в стране, озаботилась этой темой, и мы выступаем с этой инициативой, которую мы рассчитываем потом получить национальную поддержку, не менее 100 тысяч голосов, и станет серьезным фактором общественной дискуссии, и потом реализуется через законодательные какие-то...